можно задать вопрос? Пожалуйста. Было ли в вашем опыте, когда вам приятно принадлежать к определенной группе людей? I still do. Мне до сих пор приятно. И это приносит что-то приятное до сих пор, да? То есть, ну... А, было ли наоборот? То есть какая-то группа? I'm a human being. We are tribal creatures. Мы такие очень социальные, племенные существа. То есть все эти обнимашки, чаечки, собраться. Но когда-то же было, ну, определенно, может быть, был опыт, когда снижение какой-то группе, да, вызывало, ну, негативные эмоции, что-то плохое. Maybe there was a time when belonging to a certain group caused some negative emotions to come up in bed. Sure. Да, конечно. Everything has positive and negative quality. У всего есть и свои позитивные и отрицательные качества. Позитивные и отрицательные в рамках социальной жизни, не в рамках там вселенной, какого-то вселенной. Positive and negative in terms of social life, right? Not in terms of universe. There are no universal terms. Нет никакого вот в рамках вселенной. The universe is without terms. Вселенная не имеет никаких рамок. In this manifest world, there are terms. В этом проявленном мире есть какие-то, ну, какие-то рамки, какие-то соотношения. But this teaching points to the fact that these, the manifest world and the absolute world, are not two things. Но учение указывает на тот факт, что этот проявленный мир и абсолют — это не две разные вещи. So the good and the bad does not negate the unity. Поэтому хорошее и плохое, оно не отменяет единство. So the good and the bad exist as part of the unity. Плохое и хорошее существуют как часть этого единства. And of course, whether something is good or bad depends entirely on the moment. И, конечно, является ли что-то хорошим или плохим, полностью зависит от данного момента. There is no absolute value. Ничего нет некой абсолютной ценности. But when you are experiencing it in the moment, но когда вы переживаете что-то в данный момент, there are experiences of pleasure and pain. У вас есть переживания о боли или удовольствия. Things that you like and things that you don't like. Что-то вам понравится, что-то не нравится. And to attempt to deny this is to go crazy. И пытаться это отрицать, это значит сойти с ума. You say it's all the same. Если вы вдруг будете говорить, что все, все одно, все, все одинаково. That to make a distinction between this and that is to create difficulties. If someone would say that, that would be crazy. Yeah. Well, that's what many people believe. И многие люди в это верят, что если мы начинаем различать между разными вещами, то мы тем самым лишь создаем себе трудности. In fact, the best example I have encountered of this are in these books. Лучший пример того, о чем я говорю, находится вот в этих книжках. This book is a beautiful sutra by the third Zen patriarch, Chinese Zen patriarch. В этой
этой книге есть очень красивая ксутра третьего патриарха Дзен. It's called Цинцин Мин. Называется Цинцин Мин. And there was a man named Richard Clark. Есть человек по имени Ричард Кларк. Who lived in a Buddhist community in somewhere in the New England part of the United States. Он жил в буддийской коммуне в США. And he learned Chinese, and he translated this text. Он выучил китайский и перевёл этот текст. And this was in 1972, I believe. Это было в 72 году. And the first two lines of this text, первые две строчки этого текста, he translated as, "The great way is not difficult for those who have no preferences." Первую строчку он привел так: "Великий путь не труден для тех, у кого нет предпочтений." And in fact, when I met Ramesh and was introduced to this teaching, и когда я познакомился с Рамешем и с этим учением, I read this. Я тогда это прочел. And I thought, this makes sense. И я думал, что звучит очень разумно. That if I have no preferences, если у меня нет никаких предпочтений, if I see everything as equal, если все мне окажется одним и тем же, равным, the great way will not be difficult. То это значит, что великий путь не будет для меня трудным. And that sounded good to me. И мне нравилось то, как это звучало. Because I didn't want the great way to be difficult. Потому что я не хотел, чтобы великий путь был трудным. So, I thought, okay. Я подумал, ну хорошо. I will have no preferences. У меня не будет никаких предпочтений. And I tried. I really, really tried. Я правда очень старался. I tried all kinds of. Я все перепробовал. I can't tell you how many things I did. Я даже сказать тебе не могу, сколько всего перепробовал. And what finally did me in? И что наконец меня доконало? Was sex. Это был секс. I found I could not have sex. It was possible for me not to have sex. Я обнаружил, что я могу не заниматься сексом. But it was not possible for me not to want sex. Но мне было невозможно не хотеть его. And more importantly, и что еще более важно, I began to think, я стал думать, to not have any preference. What does this mean? Не иметь никаких предпочтений. Это что вообще значит? And I thought, okay, I'm sitting here. Ладно, вот я здесь сижу. And on this side is a beautiful woman who wants to have sex with me. С этой стороны сидит прекрасная женщина, которая хочет заниматься со мной сексом. On this side с этой стороны is a big ugly man. Огромный страшный мужик. Who just wants to beat me into the earth. Который хочет набить мне морду. And I have no preference. And I realized this was never going to happen. Я понял, что этого никогда не произойдет. And what's more, I didn't want it to happen. И более того, я не хотел, чтобы это произошло. I thought, what a boring world it would be. Я подумал, какой это будет скучный мир. If I could not appreciate the difference between making love and having myself beaten up.
какой скучный мир, в котором я не мог бы различать, понимать разницу между занятием любовью и когда меня бьют. Now this is where it gets interesting. И вот тут как раз все становится еще более интересным. Because this same man. Потому что вот этот же самый человек. Retranslated the same text. Еще раз перевел тот же самый текст. 30 years later. 30 лет спустя. In 2001. В 2001 году. Almost 30 years. Почти 30 лет прошло. And he had really understood much more deeply in those 30 years. И за эти 30 лет он пришел к более глубокому пониманию. So he retranslated the same text. И он заново перевел тот же самый текст. So the original was, the great way is not difficult for those who have no preferences. В первый раз он перевел «Великий путь не труден для тех, у кого нет предпочтений». 30 years later, he translated the same lines. 30 лет спустя он перевел те же самые строки. The great way is not difficult. Великий путь не труден. For those not attached to preferences. Для тех, кто не привязан к своим предпочтениям. Non-attachment is the absence of involvement by the false sense of authorship. Непривязанность — это отсутствие задействованности ложного чувства авторства. That is the attachment. Именно в нем и состоит привязанность. The sense that I am responsible for this which is happening. Это чувство того, что я ответственный за то, что происходит. I should not have this preference. I should have this preference. У меня не должно быть такого предпочтения, оно должно быть другим. That is the attachment. В этом привязанность. When the false sense of authorship gets involved in the preference, когда ложное чувство авторства вмешивается в предпочтение, there is the sense that if I get that which I want, that I prefer, появляется ощущение того, что если я получу то, что я предпочитаю, I will be fulfilled. Я буду удовлетворен. I will be completed. Я стану завершенным. When there is not this attachment, а когда нет такой привязанности, there is simply the desire. Есть просто это желание. When there is the desire is satisfied, there is satisfaction. Когда желание удовлетворяется, приходит удовлетворение. When the desire is not satisfied, there is frustration. Когда оно не удовлетворяется, есть разочарование, расстройность. But that's life. Но такова жизнь. Sometimes you get what you want. Иногда получаешь то, что хочешь.